Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос. И вы знаете, мой любимый персонаж уже, видимо, давно заскучал. Надо бы поиграть за него. Конечно же, это Азриэль. Итак, Азриэль Харт. Поехали. В этой игре он наделен действительно великой мощью, потому что мы можем включать силу шести душ, и мы уже имеем три красных сердечка. И, по сути, за просто так мы получаем одно синее сердце. Получается, что мы... ух ты, ничего себе, какая удача. Но, что интересно, когда мы включаем силу шести душ, мы можем еще и топтать, разбивать камни. И, кстати, мне кажется, что Азриэль, ко всему еще прочему, довольно-таки, ну, не очень-то и медленно двигается. Его скорость неплохая. И я думаю, что нужно будет собирать много батареек, покупать их в магазинах. Но это также означает то, что, скорее всего, никаких предметов других, да, активных я брать не буду. Но зато я смогу спокойно устраивать сделки с дьяволом и идти в комнату жертвоприношений, потому что... Ух ты, ну это ничего страшного, потому что, ну сами понимаете, нам хватит, я думаю, душ. А еще очень выгодно применять, ну да, там, где есть синие камни, это я уже говорил. Синее сердце, ух ты, он еще и лечится, да. Есть такое дело. Бомбы, 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 монеты. А, у меня бомб нет. Да. Точно, мы забыли про сокровищницу. Это надо как-то сделать по-умному. Стрельба зубами, неплохо. По-моему, это происходит рандомно. Да, это происходит очень рандомно. Делаем так. Делаем так. Ух ты, ничего себе. Такие демоны попадаются редко. И убить их сложно. Они довольно быстро... Что такое? От них мои слезы отскакивают. Как убить-то тебя, дружище? Так. А теперь, значит, что мы делаем? High Priestess. Отправляемся к дьяволу и получаем нож чары. Замечательно. Даже лучше можно сделать. Смотрите. Мы получаем... За две жизни мы получаем кости. И за две жизни мы получаем нож чары. И теперь у нас очень-очень высокий урон. Слушайте, неплохо. Теперь главное не погибнуть случайно. А, подождите-ка. Я же, получается, умираю так и так, да? Нет, у меня полсердечка остается. А где же, интересно, моя батареечка? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Иди ко мне, батареечка, иди сюда. Опа, все нормально. Все нормально, правда, денег нет. Ларри Джуниор. Тебе не повезло, Джуниор. Ух ты. Вот от кого, от них я дамага точно никогда не получал. Азриэль с ножом чары, какая прелесть. Ой, жизнь еще дали. То есть я смогу нормально поторговаться с дьяволом. Это здорово. Но теперь я слепой. То есть я не вижу, получается, этих, да? Артефактов, получается, я не вижу. Это очень печально. Зайдем-ка мы сюда. Нет, это мы потом сделаем, потому что, может быть, будет... Камень. Камешек. Как известно, нож очень быстро наносит мой урон. Чем больше урон,
тем жестче. И растет это в очень такой жесткой прогрессии. Так, босса мы уже нашли. Камней я пока не видел. Забыл блики убрать, но уже поздно. Тихо. Обязательно, да. Обязательно нужно проверять зарядку предмета. Ключей нет. Как так? Без ключа я не попаду. Да ну быть не может. Чтоб я остался без ключей. Мне, видимо, придется заходить в... Вот сюда. Нужен ключ. Мне нужно, чтобы выпал ключ. Ладно, давайте так. Выпало сердце, а ключей нет. Черное сердце, тоже неплохо. Значит, другого выхода нет. Пусть ключи там будут. Я не попадаю, я так и так не попадаю. Fate's Reward. А, смотрите-ка, он кидается этими костями. Он повторяет мои... Ключ. Отлично. Я не пойду в магазин, я пойду в сокровищницу. Это важнее, мне кажется, на данном этапе. Ух ты. Ух ты, это же то самое. Это тоже связано с душами. То есть души в данном случае помогают мне очень сильно. Да, в магазин не попадаем, жалко. Но если я буду слишком долго думать, я не смогу сразиться с Хашем. Ух ты, неплохо. Я даже не знаю, что это дает. А поскольку я не знаю артефактов, то брать их смысла не имеет. Ведь правильно? Да. Я даже не знаю, что они дают. Скорее всего, эти артефакты не слишком сильные. Но по-любому, если бы это был Brimstone, тот же самый, да? Или какой-нибудь сильный артефакт, он бы стоил больше одного сердца. Хотя не факт. 9 жизней. О, сердце? А, ерунду дали, да? Хорошо. Будем иметь в виду. Спускаемся. Я решил не мелочиться уж. Играть так с музыкой. Тем более жизни много. Нам просто нужно найти комнату жертвоприношений. И забрать ключи. И просто забрать ключи. Я думаю, что я не сильно долго играю. Потому что, ну, учитывая то, что я... У меня был большой запас времени в прошлый раз. Когда я переживал, да? Что я не попадаю там туда-то и туда-то. Но, заметьте, красные сундуки меня очень часто посылают к дьяволу, да? Вот ключи как раз мне нужны были. Правильно. Так, надо с этим делом быстро разбираться. Ой. А вот когда я тороплюсь, сами знаете, что происходит. И черные сердца, конечно, не сильно отличаются от синих. Просто они наносят урон врагам. И это бывает выгодно, когда их слишком много. Кстати, ведь...
Ой, а мне до них не добраться. Похоже, это надолго. О, больше здоровья, ничего себе. Довольно выгодно. Больше сделок. Ай, летать-то я не могу. Жалко, притягивают бонусы. Стоп. Летать-то я не могу, а вот притягивать бонусы я могу. Ага, это нормальный магнит. Только рано-рано еще брать-то ее. Понимаете? Все правильно. Сейчас у меня будет сразу два. Смотрите. Все. Замечательно. Теперь осталось магазин найти. Одну бомбу мы оставим. Так, ну иди сюда. Взрывается же, да? Где ты? Где ты? Чё, куда он полез? Паук, алё. Чуть меня не задело. И смотрите, зубы вылетают, да? Ну, конечно, ретро-вижн, почему бы и нет. Теперь все расплывчатое, как... Ух ты. Я забыл про эту муху. Она ведь тоже может меня дамажить. Даже если она, ну, не злая, не активированная. Упа. Вот это неприятно было. Так, магазин мы не нашли еще. Это что такое? Не дает пройти. Вы представьте, да? Тихо. Так, а где магазин-то? Я не понял. Где-то вот он должен... Вот тут, наверное... О, у меня разве булавка была? Я не помню, чтобы у меня она была. Она не булавка, по-другому называется. Еще один ретро-вижн. Окей. Ух ты. О, вот магазин. Так, пополняет один заряд предметов после его использования. Спокойно, спокойно. Это хорошая штука. Сделаем. Нормально сделали. Так, теперь мы просто идем к боссу и прямо на боссе используем. Прямо на боссе используем, чтобы еще быстрее его можно было мясануть. Фрейл. Так, давай. А, я знаю этого Фрейла. О, конфетка. Монстр Кэнди, это же жизни. Замечательно. Дьявола нет. Ищем комнату. Да, точно, я забыл. Комнату же нужно искать. Надо искать комнату. И ключики. Вы где, ребят? А, вот вы где. Мухи, мухи. А, вот оно откуда появилось-то. Ясно. Ой, это агрессивные какие... Нужно спешить. Магазин. Вы что это? Тихо. Магазин. Что тут? А, это не магазин, это библиотека. Стоп. Да, самодающие слезы. Айтем. Дождь из троллейбомб. Но мой предмет-то лучше. Но я могу сделать так. Не, Пристас лучше. Пристас, если не ошибаюсь. Урон наносит очень большой по боссам. Стоп, я только сейчас понял, что я в папайруса превратился. Что за ерунда?
полет. Не, ребят, мой предмет лучше, чем Библия, так что я эту Библию брать не буду. Вот в чем прикол. Это тот самый момент, когда Библию лучше не брать. Потому что мой предмет лучше. И потом, видите, что сейчас со мной? У меня аура, которая увеличивает мой урон. Это очень-очень выгодно. Тихо-тихо. Если я получу урон, эта аура исчезнет. Где же комната эта? Где же эта комната? Надо проверить все. Надо, ребята, все проверить. Мы не можем остаться без ключей. Сами понимаете, мы можем остаться без секреток, но не без ключей. 14 минут. У нас еще 15 минут получается, чтобы дойти до метатона. Так. Еще и ключи лишний раз, да, нашли? Открывайся. Слушайте, этот уровень больше, чем я думал. Ладно, я понял. Здесь слишком много противников. Больше защиты. Ой, защиты. Удачи. И потом, я забыл про... Да, я забыл про сокровищницу, как я мог. Хорошая штука, но моя лучше. Штука, которая дает защиту. Если я останусь без жизней, это будет очень-очень-очень печально. Это про жизнь, ребят. Кстати, может помочь. С боссом-то я разберусь. Ой, скорость-то как увеличилась. А, это из-за ауры, да. Это из-за ауры, ребята. Так, ну все, поехали к боссу. Быстро. Мы и так время потратили. Батареечку. И это кто у нас будет? Гюрдия. Не завидую я ему. Так, будет ли дьявол? Скорость стрельбы это бред, конечно, бредовая штука очень. Очень бредовая штука. Мне нужен урон, урон, урон и только урон. Хотя, по-моему, скорость у меня теперь... Ну, очень много. Ага. Половина синего сердца у меня есть. В этих уровнях точно должна быть... комнатка эта. И потом могут мне еще синих сердец накидать. Если я не ошибаюсь. Ух ты, сколько тут. Так я могу бонусы притягивать. Это реально очень, смотрите, очень круто. То есть мне даже и летать-то особо не надо. Это очень-очень полезно. Ой, тихо, тут наследил кислотой. Что-то больно много я времени на вас трачу, ребята. А кто еще-то остался? В смысле? Вы прикалываетесь? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Этот магнит идеальный, потому что... И притягивается даже сквозь эти, сквозь ямы. Это очень удобно. То есть предметы начинают летать. А мне летать при этом не нужно. Что очень выгодно. Так, тихая скорость. А, бластер. Брим спайдерс. Окей, повоюем. Так, оно мне не надо. Если бы это было что-то полезное, я бы еще понял. Если бы у меня была был артефакт, который пилюльки улучшает, то конечно. Он взрывается, оказывается. С чего вдруг-то?
А, еще остался парень. Так. Опа. Я случайно раздавил гриб. Чё такой уровень большой? Ой-ой-ой, тихо. 17 минут, однако. Нельзя медлить. А если мы не, ну, медлим, то о каком босс-раше может идти речь? Естественно, не может. Ой-ой-ой. Хорошо, что я по красным сердцам не получаю урона. А где эта комната? Вы что, ребят? Она, когда мне нужна, она не появляется. А когда она мне не нужна, она появляется. Вы уж определитесь тут. Так, а ну мозги, тихо-тихо. Тихо, мозги. Давайте, давайте жить дружно, мозги. Стоп, это что такое? Как я пропустил этот сундук? Любопытно. Это же ключ, который открывает. Угу. Так, надо подорвать. Ну вот и славно. Но я не нашел то, чего искал. Ну, зато я нашел сокровищницу. И тут больше сердец. Больше синих сердец. У меня и так оно есть. Нет. Очки? Стоп, 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 стоп. Очки. Это не... Это случайно не... Не 20-20? Айзек 20-20. По-моему, это оно и есть. Да, это 20-20. То есть, может быть, два ножа будет. Надо этим воспользоваться. 20-20, даблшот. Да, это, да! Два ножа. Нифига, нифига, вот это жестко. Значит, все-таки какие-то, какие-никакие знания, но об Айзеке у меня имеются. А, нужной комнаты у меня нет, но есть магазин. Урон у враги сильнее. Давай. Давай сейчас... так, урону. Давай. Так. Окей. Ух ты, ёлки-палки. Tears up. Так, short speed down. Пойдет. Где у нас там? Ух ты, удваивает бонусы. Давай. When you have no red hearts, you gain flight and can trigger a shield. Тоже классно. Когда нет красных сердец, вы получаете... Вы можете щит получить и вы летать начинаете. А у меня красных сердец после сделок... очередной сделки просто не будет. Уа. Обидно будет, если я не найду комнату. Но такого быть просто не может. А, да, смотрите-ка, я когда пользуюсь ключами, что происходит, да? Лечение происходит. С такой силой я должен быстро проходить уровни. Так, это отдача, да? Но отдача мне не нужна вроде. Я бы сказал наоборот. К тому же мне Best Friends Forever вроде как. Или что там у меня? Не, отдача мне не особо нужна.
Так, это мы оставим на потом. Это кубик, наверное, да? Нет? Ух ты, еще один золотой ключ. Любопытно. А, я не попадаю на босс раш. Так и так я не попадаю. Значит, и переживать не по этому поводу уже смысла нет. Воу. А, это магнитные... Да ну. Магнитные мозги. Вы чё? Так, лечит, если используешь ключ, меняет... Стоп, а что такое Fatal Protection? Я вот не помню, что это такое. Как она называется? Еще раз. Корд. Сейчас посмотрим. Я не помню, но там что-то с сердцами связано. Да-да-да, вот оно, смотрите. Так, when Isaac Hells is brought to half red heart and no soul hearts, little Steven familiar spawns of the current room. Ну, в принципе, лечит красные сердца, когда используешь ключи, но оно нам не надо, наверное. Это куда? Сюда мне точно не нужно. Где же эта комната? Вы что, ребята, ну? Ой-ой, что за скорость? Что это за дикая скорость? Шанс найти всадника? Нет. Дождь и стрельбомб? Нет. Меньше урона. Меньше урона — это хорошая штука, может помочь. Дамаг резистенс. Буду получать меньше урона, в принципе. Ой, скорость. Уф. Какая жесть. Вот вам и гонки Undertale. Слушайте, так я так вообще никуда не успею. Ни к Хашу, ни к... Хашу я могу не успеть так. Опа. А, похоже, этой комнаты тут нет. За 5 минут я могу не успеть. Ну, довольно быстро с ней расправился. Так, мы должны... Мы в собор хотели. Так, взяли. А, 2 уровня за 5 минут, в принципе, это не так уж и сложно. Главное, чтобы мне немножечко везло. Главное, чтобы мне немножечко везло, чтобы я не тормозил. Правильно? А этого я, конечно, обещать не могу. Иди сюда, иди сюда. Так, ух ты. Ну, это не страшно, опять же. Потому что вот почему. Ой. Это мы оставим, на всякий случай. Хотя зачем оно, непонятно. А, и с этими долго разбираться. Я уже даже в сражение-то не зайду, наверное. Если там будет обычный сундук, нечего мне там делать. Совершенно нечего. Ой, сколько кокуль. Вы, ребята, только время у меня отнимаете.
Мне нужно быстро. Глазик не успевает даже поворачиваться. Так, босса я нашел, но... Но где же... Но где же то, что я ищу? Где же то, что я ищу? Я не успеваю, мне кажется. Да, ребят, я определенно не успеваю. О! Поехали. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Так. Жора, Юра. Ой. Эй. 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 Все, ключ взяли, поехали отсюда. А то, не дай бог, еще к этому отправят в темную комнату и будет тогда. Быстро. Конквест. Ух. Так, святой рывок, то и сёе. Ай, Крампус. Побежали. Так, быстро ищем босса, ребята. 2 минуты. Я не успею. Я не успею. Ай, ребята, быстро. Нет даже времени, чтобы поворачиваться. Успел, что ли? Так, Unlock Crow Baby, интересно. Что тут? Обычный малыш. Давай. Там не важно уже, на самом деле. Так. А, кстати, надо было это мне, наверное, не использовать, да? Ключи у меня есть. Нужна батарейка. Я, видите, я использовал. Damage up. Вау. Ой, я не знаю, что это. Ничего себе, это. Печаль какая, да? Слушайте, а как мне тогда определить-то? Holy light. Бумба вонт коин. А там ведь могло быть что-то очень хорошее. Не, ну holy light, а почему бы и нет? Вопрос, да? О, мне щит дали. Ну давай, поехали. Ну а чё, больно вроде ему. Не, нормально, я его так быстренько бью. С 2-то ножами, чё бы не побить, да?
Опа, пырка. Режим пупырки. Так. О, щит. Но щит недолго работает, к сожалению. Половину жизни уже мы ему отбили. Жалко, что мне не попалась эта... как ее называют? Свеча. Свеча, она бы мне помогла очень сильно. Она бы сняла проклятие, и я бы знал бы, какие там артефакты. Но по-любому я взял самое худшее из того, что было. И, кстати, я уже... Я уже не человек. Я уже не монстр даже. Опять он распупырился. Так, а где... Где его пупырки эти мелкие? Да, смотрите-ка. А без них он... Как долго щит работает, да? Ты смотри. А, сердца могут не помочь в этом плане, да. Все? Все. Главное отойти теперь оттуда. Опа, кинжалик какой-то открылся у нас. Открылся кинжалик, и теперь этот Бумба, или как его там, будет собирать монетки. Поехали в собор, вверх. Нет, это же... Я уже представляю эту картинку, которая будет. Реально представляю. Жадность. Супер жадность. А, не, обычная это жадность. Какая супер-то. Да, судя по тому сарказму, который вы писали в комментариях, в соборе не может быть магазинов, ну никак. Вообще никак. Типа, магазины в соборе. Там что-то еще. Юра, что дальше? Вы забыли Гошу. Ну, я ради интереса, конечно, посмотрю. Может быть, тут какие-то еще интересные комнаты могут быть. К тому же мы вроде бы уровни быстро проходим. А это разве не магазин? Вы чего это? Запутать меня решили, ребята. А, это библиотека. Sun, Priestess, Lovers, Two of Hearts, которая мне уже не нужна. Ну, Sun можно взять. Хотя я не понимаю, зачем. Мне бы лучше карта какая-нибудь выпала для, на урон. Там, дьявол, например. Ух ты. Это жестко. А, так я теперь... А, все, я теперь летаю, ребята. Я теперь реально какое-то чудовище просто. Что это такое? Теперь мне нужна аура на урон. И все. Ну, с этими-то я разберусь. Разберусь сейчас я с ними. Четыре монстра? Серьезно? Прикольно вы придумали. Это что, потерянная страница? Когда я получаю урон, она наносит урон, что ли? А что там про корт писали? Little Steven. To half a red heart and no soul hearts. А у меня такой, такого не будет. Такого правила у меня просто не будет. Половина красного сердца и без синих сердец вообще. Так у меня не будет такого в этом прохождении. Правильно? Правильно. Смерть. Была.
Бумба, Бумба, Бумба хочет монетки. Опа, мини-герди. Мини-герди. А, это у меня на урон тема, кстати. Была. Была, 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 была. Теперь ее не будет. Теперь будет на скорость, да? А, не, не на скорость. На что-то другое. Так, что тут еще есть? Мухи, ну это неинтересно. Вот это нормально. Так, теперь мы идем драться с Метатоном Нео, насколько я понял. Ну ладно, поехали. Точнее, полетели. О, у меня щит. Жестко. Жестко, очень жестко, да. Так, и теперь сундук. А, Бёрдфут? Нога птички? Даркнесс, ну что, почему? Зачем так делать-то? Restart the current room. Зачем? О-о-о. Я думал, это четверное, я бы офигел вообще. Ничего не вижу. Так, Санис, ты где? Ну, эти жирные, да? Однако. Мы их всех помним. Чего там выпало, да? Я не вижу. Слушайте, а как пауков-то много, да? У меня небольшой урон для пауков, но с таким их количеством... Можно, может жесть вообще наступить настоящая. О, привет, а у меня щит. Дэвил. Дэвил. Один Дэвил сплошной. Так я так и хотел, спасибо большое. Санаса я все-таки не вижу. Давай, собирай гумба. Гумба, гумба, бумба. У-у-у. А вот и Санис, да? Санис. Вынухать бутом. Вот бутом. Бутом. Так, не заходить сюда. Ни в коем случае. О, щелкнул будильник, походу. Сработал. Должен был сработать. Так, и теперь мы идем, ребята, к мега-сатане. Sacrificial Dagger у меня выпал. Достижение. Давай. Это будет очень круто. Больно ему, смотрите, как он сразу зажимается, да? А, тут ты еще остался. А, я летаю, ребята. Ух ты. Сколько вас? Через жадность. О, Юра приехал. Юры. Юра мощный что-то стал. Затыкаю ножами. Давай. Все.
Так, ножик открыли, Little Baby. И вот такое вот супер-пупер прохождение, друзья. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!